миру бразильцы явились в новом совершенно тактическом варианте и тщательно изучаемым уже соперниками на протяжении этого чемпионата. И вот опасный момент. Можно ударить поворотом. Удар опаздывает с броском Жильмар и Литхольм. Одна из ярчайших футбольных звезд Швеции открывает счет на 4-й минуте этого матча. Литхольм, когда я перечитал составы, вы уже обратили внимание. И Скоглунд, и Хамрин, и Грен. Это